Слов, которые вы произносите, недостаточно. Слов, которых вы произносите, недостаточно. Аллах хочет больше, чем пустые слова. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Алиф лям мим». «Хасиба ан-насу ан ютраку ан якулу аманна, ва хум ля юфтанун». Неужели люди думают, что Всевышний Аллах оставит их и даст им возможность говорить: «Мы уверовали, мы уверовали, мы верующие, мы верующие», и Аллах Свят, Он Велик, не испытает их? Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. С этим испытанием Аллах Свят, Он Велик, и знание Аллаха, Аллах Всезнающий, еще до того, как вы что-то сделаете, Аллах знает, являются ли правдой ваши слова или нет. Но Аллах, Свят Он и Велик, хочет в судный день предоставить вам абсолютные доказательства. Ведь вы говорили, что уверовали. Иди сюда, дорогой, смотри, читай. Смотри, что ты творил. В тот день смотри, что ты выбирал в те дни. Сунну или что-то другое. Смотри, в те дни ты заявлял, что любишь Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Но стеснялся следовать его сунне. Но стеснялся следовать его путем. Посмотри на другой день. Аллах, Свят Он и Велик, сказал тебе: это харам. А ты делал это. Ты погряз в хараме, следуя за своими желаниями и страстями. Ты оставил исполнение приказа Всевышнего Аллаха. Цель этой земной жизни в этих испытаниях. И мои братья, и мои сестры, если мы не очнемся и не поймем, что эти испытания будут на нашем пути, хотим мы этого или нет, тогда мы заснем. Мы будем потеряны. Мы не будем знать, почему мы здесь. Мы здесь для того, чтобы быть испытанными. Мы создали человека в тяготах. Нравится вам это или нет, но вы здесь, чтобы быть испытанными. Вы здесь, чтобы Аллах, Свят Он Велик, испытал вас для того, чтобы выявить вашу веру. День за днем, день за днем. И если это вам не нравится, как Аллах, Свят Он Велик, говорит в Коране: если вы недовольны законами на земле, пошли вон отсюда. Покиньте, постарайтесь покинуть пределы земли и небес. И всегда, когда поднимается, становится выше и сильнее ваш иман, настолько же сильными и будут ваши испытания. До того момента, как вы достигнете абсолютного довольства в сердце, что принесет довольство Аллаха.